Запорізький, ми маємо ще перспективний напрямок, тим паче після деокупації правобережжя Херсонщини. Да, запорожское направление очень перспективное. Вот это вот одно, но это ближе к Донецкому. И есть еще два направления. Это Гуляйполе. Мы о нем тоже очень часто говорим. Гуляйполе и Орехов. Вот в районе Гуляйполя последние несколько дней российские войска несколькими группами пытаются выполнить такой же самый маневр, как и под Угледаром. То есть в районе Гуляйполя также хороший плацдарм для выхода, для дальнейшего выхода впоследствии в сторону Полох, может даже чуть восточнее Полох, и сразу на Бердянск, либо на какой-то источник западнее или восточнее Бердянска. Это одно из направлений из-под Гуляйполя. То есть выход или восточнее, или западнее Бердянска также решают вопрос и проблему для нас пересечения, да, вот это вот правильно, пересечения сухопутного коридора з Росії в Херсонську область. Знаєте, що найцікавіше? Що до Полог, там, де теж проходять в Пологах залізниця, от вона такою білою смужкою в'ється, ще навіть ближче, аніж до Волновахи, утім, розрізання Пологів і, відповідно, там залізниці, воно не вирішує, не робить неможливим постачання до Мелітополя. Тому, звісно, в цьому сенсі Волноваха набагато більш важливий пункт для окупантів. Так точно, да, потому это мы это первым, в первом ряде и поставили. Это второе направление, тоже очень перспективное на Бердянск, потому и Бердянск, так же само, как и Мариуполь, Мелитополь, сейчас выполняется там определенные оборонительные мероприятия. Так вот, с точки зрения, допустим, скорости прохождения войск и плотности российских войск, именно на этом направлении оно самое маленькое, так как здесь это степь ровная, как стол. Здесь еще в свое время тачанки батька Махно гуляли по этой степи, потому пройти, в принципе, одним танковым переходом можно будет вопросы решить вот именно такого рода движения. Такий цікавий функціонал є зараз тут на картах, пане Романе. Нейромережа, вона дуже розмито показує концентрацію військ. І відповідно, там де жовтий колір, там вона більша, там де фіолетовий, там вона менша. І справді в околицях Бердянська і от ці всі голі зони вони є. І фактично ми бачимо значну концентрацію військ в районі Маріуполя, Бердянська і Мелітополя. І трошечки вона менша, звісно, в Бердянську, ніж в Мелітополі та Маріуполі. Тут плями жовті набагато більші. Потому и перспективное направление, но они не могут увеличить там плотность войск как раз из-за того, что зацепиться практически некуда. Зарываться в поле нет смысла, арта разобьет, а зацепиться не за что. И, естественно, третье направление тоже одно из перспективных, это из-под Орехова на Пологи и дальше на Мелитополь. Это направление уже давно, это направление муссируется и практически во всех пабликах, во всех обозрениях. Это было одно из перспективных направлений, может быть, даже это одно первое, единственное направление, которое сначала было выбрано вооруженными силами Украины для нанесения наступательных действий. Но открылся фронт в районе Харькова, и потому выполнили сначала это действие, то есть освободили Харьковскую область. А это было одно из самых перспективных направлений. Отсюда перебрасывались в свое время, именно тогда, когда двигались на Купянск, отсюда перебрасывались резервы по ракадным дорогам. Несколько часов резервы пошли выполнять деоккупацию Харьковской области. Но направление осталось. Оно, естественно, есть в планах нашего главнокомандования. Примерно вот эта стрелка, естественно, в частностях планы отличаются в зависимости от развития событий. Но общее направление где-то вот такого уровня. И оно в том числе дает возможность отсечь крымско-херсонскую группировку российских войск от поставок из России. Еще раз говорю, ну, для того, чтобы полностью отсечь, нужно повторно ударить по Крымскому мосту.